Мудрость, Влада, при деньгах. С парнем по расстоянию у тебя были отношения? С да, да, были. Пиздец. Правда, ну, его Марк звали. Кто убил Марка? На забором свято, опять же, тебе привет. Из-за того, что ты просто денег больше дал, чем все остальные, понял? Поэтому к тебе повышенное внимание. Понимаешь, о чем я? А Егорик? Егорик? Ну, 20 рублей, 500, сам понимаешь, к чему больше так внимания. Так Егорик, он же с Владом А4 знаком. Какая разница, мне нахуй. Тебе пропиарить надо. Кто? Чтобы меня Егорик пиарит, и я его сейчас пропиарю Егорика. Этого Егорика? Засунул, да. А у него дети, подписчики актуальны. Ну, блядь, ты представляешь себе, что такое, если Егорик пропиарит твой канал? Бля, я бы не хотел. Наплыв дегенератизма. Да, да, это типа, это пиздец. Это вообще невозможная хуйня. Влада 4, Егорик, все, петушня ебаная, я их в рот ебал, можешь им передать. Кстати, в Сельпо захожу, блядь. На самом деле, мерча Влада 4 стало в мире очень много. То есть, я заходил в Сельпо недавно, блядь. И там какой-то магазин какой-то дешевой одежды, прям рядом с Сельпо. И там, блядские, короче, эти кепки ебаные А4, типа. Еще видел в детали в Инстаграме или в ТикТоке. Бургер Кинг в России кто-то купил. И, давай, короче, там... переснимем ролик просто, другой снимем. Ладно, без базара, 20 минут дела. Короче, блядь, це перемога чи зрада, непонятно. Да. Ёбана в рот. Это самое, ёпта. Что я хотел сказать? А, бля. Короче, Бургер Кинг, там типа какой-то Хэппи Мил Бургер Кинговский, типа, и там внутри какая-то залупа, типа, написана бумага, это деньги, и, ну, там какая-то хуйня, выиграй там залупу, ну, коллаборация, блядь. У Бургер Кинга коллаборация с Владом А4, представь. Блядь. А, я не, просто Бургер Кинг, охуеваю. Мне похуй, я ни разу не пробовал Бургер Кинг, типа. Ну, это хуйня, нет, ну, я о масштабе говорю. А, масштабность. Трагедии, типа, мировой, не, понимаешь. Не, у них там нет масштабности, на самом деле. Бургер Кинг коллабится со всеми подряд, типа. Ну, они даже вот со мной пытались. Короче, блядь, Владик А4, вы знаете мое к нему отношение. Как менеджер охуенный чел, а как человек, я уверен, что говно. Моя аудитория – дегенеративные дети. Я на них только бабки рублю. Недавно узнал о твоем друге Олеге, и что мне не... он не очень зашел. Он как будто говорит ни о чем, может, и неправильный какой-то. Да всему свое, типа, как бы время. Для Олега нужно дорасти еще. Это меня можно, как, ну, у меня в основном подписчики Егорика, понял? И Кобякова. А Олег говорит иногда умные вещи, он способен говорить умные вещи порой. Поэтому для Олега еще нужно дорасти просто, тебе в спритер в том числе. Просто в чем проблема, да, типа? На самом деле канал Влад А4 был создан вот этим Владиком, вот этим. Проект, а тот чувак, вот который с белыми волосами сейчас загоняет вроде, его даже не Владик зовут, его зовут Андрейка, Дромп. И он спиздил просто канал в наглую. Да. Поэтому, ну, Егорик, как честный пес наш цепной, пересылает подписчиков иногда Владику. Когда вот этот дрон, когда спит, да, он делает посты, и к Владику люди приходят. Такая хуйня, да, пацаны. Damn shit. Чтоб дрон не заметил. Кстати, это не настоящий Артём, это я тестирую новую нейросеть, которую сам, кстати, разработал, если что. Да, Владик просто не смог смириться с тем, что я уехал. Мудрость, Влада, при деньгах. Помнишь типа этого вообще? Криминал 221. Что-то мне страшно такое. 59.ru, текст криминал, блядь. Школьный объявил федеральный розыск, подозревает создание нарколаборатории. А, да, чувак. А, это тот, который тебе донатил? Который не донатил, который картину у меня купил. А, точно. Федеральный розыск. Сбежал из-под домашнего ареста. Чувак, ебануться. На микрорайоне, там, туда-сюда. Любо знать. Так, блядь. Палатка для производства наркотиков, блядь, сука. То есть, мой подписчик варил, короче, залупу какую-то на съемной хате. А когда его прижали, он съебался просто. Ну, короче, история, вот, Dirty Uzi. Сука. Мнение, помнишь, даже, типа, вообще? Ну, какое может быть мнение? Ну, чувак попал конкретно. Короче, в чем соль, да? В чем вообще суть того, что происходит. Чувак донатил мне, по-моему, пару раз, блять. И, короче, я рисовал картины, продавал их, типа. Он мне пишет, хочешь, ну, типа, предлагай картину на заказ. Я говорю, ну давай, я говорю, 15 тысяч рублей. Он говорит, да похую, конечно. Ну, я рисую картину, ему охуенно, кстати, получилось, очень хорошая. Я неделю рисовал, блять, писал, точнее. Отправил ему, типа, вся хуйня, забыть уже успел, потратил бабло на какую-то залупу. Потом через какие-то полгода, типа, мне приходит на стрим, я, слышишь, а что ты там... Твоя картина висит в каких-то новостных сводках российских. Я думаю, так. Мы что-то анализировали, смотрели, поняли, что это реальная картина. И, короче, в чем суть? В России, блядь, не помню где конкретно, в Перми, вот. Прищучили на нарколабораторию, там возле грубокса здоровенного размером с холодильник висит моя работа, типа, вот это за 15 тысяч рублей. Блядь, и вот опять через год примерно я получаю вот новость о том, что он сбежал. То есть это реально гэнстер, чувак. Я тебе желаю всего самого лучшего, друг. Именно... Желаю тебе... Хотя, хуй знает, там в России есть давность вообще преступления? Да, этого? Есть. Давность. Она везде есть.
Серьезно? Угу. Нет, где-то нет такого, чувак. Где-то нет такого. Я помню точно, есть страна, в которой нет срока давности преступления. И вот сейчас мне новость о том, что этот самый чел, который купил у меня работу, ну я уверен на 90%, что это он. Потому что мы четко видели, типа, вот эту хуйню, и по силуэту, там не четкое изображение, но по силуэту, блять, по силуэту четко видно, что это моя работа. Ну как четко, субъективно. Видно, что это моя работа, ну, там та самая. Да, типа, это блядь. Видно, что рука Владика была. По композиции. Композиция, ну, типа, Владика 100%. И чел, оказывается, сбежал, типа, иди ты пря, вообще, я в ахуе, чувак, гэнгстер настоящий. Напиши потом книгу, если ты смотришь стрим где-то из подвала какого-то, блядь, на Дальнем Востоке. Чел, я тебе желаю, чего, чтоб, блядь, мой канал не заблокировали. А то будет... Долгой, блядь, жизни, удачи. Долгой жизни, удачи, типа, и всего самого хорошего. Ссылки на профы будут? К сожалению, нет, там очень долго искать, чувак. Ну, блядь, хочешь не верить, не верь, какая мне нахуй разница. Мудрость, Влада, при деньгах. Ку, друзья, следа на, дружище, ты же в бан отправляешься, ты понимаешь это? А, его уже забанили. Да, модератор работы, Гетсеген, ты красавчик именно, жестко. Чувак, работаешь, заебись. Пришел и ушел. Да, с почестями, пока, дружище. Аривидерчи. Счастливо оставаться. А что если в чате банят? Он просто не может писать, правильно? Да. Он все еще... Да. Поварской, ну, я всем говорю, что ты поварской, на самом деле. Люди некоторые верят, кстати. Поварской, повар. Типа, ну повар. У тебя кулинарный блог на ютубе, типа. А я обожаю папаню. Как же я обожаю папаню. Блять, нах... блять. Папич охуенный, я считаю. Папич, чем реально... он охуенный? Он дебил просто, ёбаный. Он охуенный, господи. Он вообще не поддается никакой масс-медии, понимаешь? Ему абсолютно да похуй. Да он аутист, ебаный. Ему 100% похуй. Какая разница? Много кому похуй, друг мой? Нет, мало кому на самом деле похуй. Мало кто там не слушал того же Моргенштерна. Он не знает, кто такой Моргенштерн. Да он всё знает, да пиздит он, блять. Это даже образ ёбаный. Пиздит, образ охуенный у него. Какой охуенный? Это просто аутист. Да. Ну, типа, он социопат, он просто, типа, да. Он дебил. Да, он социопат, он просто идиот. А мне кажется, социопат, кстати. Не, он классный. Социопаты все вроде по-другому. Он по-другому? Охуенно. Они слишком дотошные всегда, они... Социопаты такие, бы не стреляли. Ну, а нет, окей, психопат, очень. Хорошо, он больше психопат. Ты думаешь? Я думаю, он просто мысленно отстал. Ну, вот одно из этого, считаю, короче. Считаю ваше видео Бер гениальным, остальные далеко не такие. Делайте что-то подобное. Окей, брат. Ладно. Слышь. На такое? Да, прямо сейчас мы уже берем камеру, типа. Кстати, того автомобиля уже нет. Да. 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 Что? Артём не знает, он его не видел. Видел. Где? Да ну. В смысле, где? Знаешь, что за машина? Всегда. Врёшь, его там больше нет. Да, я говорю, его там нет. Откуда? Да потому что мы проходили. Потому что я сказал минуту назад. Ну, короче, машины-то больше нет, кстати. Мне похуй. Её сначала разъебали в край, типа, вынесли нахуй все, типа. А потом ее вообще убрали, походу, на свалку. Такая хуйня. Теперь этой машины там нет. А чё, ну импровизация, мы собрались. Я даже не помню, по какому поводу, типа. Это мы были Аркадий, Серый и я втроем. Я не знаю, какого хера мы вообще делали возле этой машины. Покурить вышли, что ли? А, ты думаешь? Ну, короче, что-то было хорошее, да? Хорошее настроение, типа, видим машину. А машина — это уже половина дела. То есть там уже сюжет, он сам родился, по сути. Ты видишь автомобиль, ну, заброшенный, который, ну, в который можно войти. И ты сразу, типа, раз, и все. Вот импровизация. Для импровизации хороших нужна обстановка хорошая. Вот, это очень важно. Ну, и талант, само собой, конечно же. Каждый так не сможет. Вот так сыграть. Я смогу. Идеально. Я смогу. Нужен, во-первых, талант охуевший, харизма неебическая, непробиваемая, блядь. И нахуй, блядь, обстановка. Реквизит. Но мне, кстати, не понравился ролик про такси, который был. Когда мы уже на Лабицкую переехали, помнишь, типа, это вроде вот тогда был. Такси? Убер, да. Это есть такси? Не-не-не, есть Убер, а есть ролик там про машину, где... Блядь, ну она вообще... Автообзор, что ли? Нет, она игрушечная. Ну как игрушечная? Она на детской площадке, типа, машинка там. Не знаю такого. На детской площадке было видео другое, Аркадий называется. Нет, это вообще другое видео. Там, типа, Олег на заднем сиденье, вроде ты на переднем. Это называется «Лучший кофе в Киеве». Это не игрушечная нихуя, это реально корпус машины. А, вроде да, я просто плохо помню. Но она, вообще мне не нравится, типа. Ролик этот? Да, ролик. Но это скорее вообще, такой, типа, как это, ну, эксперимент, проект, типа, ну вот, да. Сделать видео, которое невозможно смотреть, типа, ну, которое повторяется. Да, ну вот, 10 минут ты, типа, жесткий, повторяющегося жесткий. Контента. А где нахуй айкосы вообще? Я в анале посмотри. Так, давай твои ролики пообсуждаем, Артём. Геник, он реально охуенный, не потому, что он не слушает стримы, можно включать на кафедре психологии. С какого перепуга вообще? Ну, типа, шизоид, посмотрите. А, вы об этом? Кто мне рукой? Типа, ставить диагнозы папичу, это, конечно, смешно, но на самом деле... Ну, это просто персонаж, типа, мне не холодно, не жарко. Мне в ТикТоке хватает этого папича, если честно.
Иногда это смешно, когда он тупит нереально. Хотя порой кажется, что это не, ну, неестественный тупняк. Он как будто типа специально подтупливает. Он байтит. Но мне еще интересно, какого хера ему донатят такие огромные суммы. Я смотрел 40-минутное видео, типа обзор, как байтит Папич. Типа, я знаю, он байтит. Психически разбираешься именно право и налево. Папич далеко не социопат, а скорее всего аутист. Ты вообще не шаришь за психиатрические термины, а разбрасываешься ими налево и направо. Папич далеко не социопат, а скорее всего аутист. Сиди спокойно. Социопаты — люди, которые в принципе не умеют сочувствовать вообще, если вкратце. Это не совсем про него. У него скорее всего синдром Аспергера. Один украинский ютубер уже сделал видос на тему болезни Папича. Говорят, что у Папича синдром Аспергера. Я не знаю, что это. Ну да, конечно, не разбираюсь. Типа, я просто так сказал. Типа, мне вообще похуй. Мудрость, Влада, при деньгах. Букакеримся. Хип-хоп вообще ненавижу. Долбоёб кончен. Я слушаю. Как можно назвать себя Букакер, Артём? Чем ты думал? Да. А расскажи название, историю названия. История названия такова. Никнейм. Мы сидим, короче, значит, на Лобецкой. Нам всем хуёво. Я говорю, я хочу заниматься рэпом, типа. И Владик такой, ну у меня есть один никнейм, короче, неиспользованный, забери его себе. Я говорю, какой никнейм? Он говорит, Букаки. Я говорю, как-то дебильно звучит. И не знаю название, типа. Значение имеешь? Значение, да, типа, значение я не знаю. И Владик говорит, да возьми, типа, охуенно звучит, именно Букаки МЦ, типа. Я думаю, ну, чем черт не шутит? Записал трека 3, наверное, и только потом мне Владик рассказал, что такое Букаки, типа. А вы, если не понимаете, о чем речь вообще, это вы в гугле вбейте просто. Букаки. Да, типа. С двумя ка в конце. Потом у меня еще получился, ну, как вот это вот. У меня теперь, как оно называется? Voice Mark. Вот, типа, я в каждом треке говорю, типа, загугли, кто такой Букаки, типа. Потому что если загугли, кто такой Букаки, будет очень весело, мне кажется. Да, это лучший никнейм вообще, который я придумал. Даже Влад при деньгах и характер сосёт вообще Букаки. Букаки. Я вообще хотел себе просто альтер-эго Букаки, типа, для фристайлов, типа. Но я решил просто подарить его Артему, а он недоволен по итогу. Мудрость, Влада, при деньгах. Я, короче, у меня много работы тут висит, короче. Сейчас, боюсь, меня забанят, конечно. Вот тут целая стена, короче, стена, блядь. Я все это, типа, отфотографировал. Ну, не я сам, а мой друг-фотограф. Короче, мы это слали. Ну, я услышал просто, что конкурс Пинчук Арт-центр будет. Что такое Пинчук Арт-центр, для тех, кто не в курсе? Сам Пинчук — это, ну, человек, Виктор Пинчук, по-моему, его зовут. Это какой-то миллиардер, филантроп и так далее. Какой-то мужик. Ну, олигарх, короче, нашими словами. И он започаткував, ну, создал, типа, арт-центр. Назвал его своим именем. Он находится на Бессарабке. Прям через дорогу от Бессарабского рынка. Вот, на станции Хрещатик. Ближайшая станция. Между Хрещатиком и Льва Толстого, по-моему. Да, Владик художник, на самом деле. Вот, блядь. И, короче, они там конкурсы проводят. Всякую такую хуйню. Я услышал, что там есть конкурс будет проводиться в следующем году. В Пинчуке прикольно, да, там очень хороший. Там иностранных очень много артистов и так далее. Ну, много кринжа, конечно, блядь, дебильного какого-то. Вот такой... Сука, я это терпеть не могу, так тексты нахуй, 3 тома. И какая-то шляпа стоит просто на пьедестале, знаешь, кусок говна, типа. И вот такая шляпа написана, блядь. Что это значит, кто такой, блядь, вообще похуй. Ну я, короче, услышал, что будет конкурс, типа, что-то там, молодых художников до 35, вот, лет, короче. Там анкета здоровенная, там работы прислать, описать, кто ты такой, типа. Я в конце ноября отослал, типа, в конце в конце октября отослал. Потом там месяц был, короче, отбора, и я не прошел отбор даже. Модерацию прошел, отбор не прошел, само собой. Вот очень мне, ну, да, не, даже не грустно, я так думаю, ну ладно, похуй, вот так я думаю. А было бы просто, это была бы ачивка на всю жизнь, я бы гордился на самом деле. Владик, удачи, я уже проебал. А чё, они не сказали, что не так, типа? Нет, нет. Ну, там я знаю, что не так, скорее всего. Ну, во-первых, работы. Ну, коллажи, на самом деле, мои коллажи я бы в Пинчуке поставил, если бы я был... в отборочной комиссии Пинчука. Именно вот эти 3 больших коллажа, которые я вам показать не могу, потому что там голые тёлки и надписи характера такого впечатляющего. Выбери большой. Хуй, типа там пришло время... А, никто не хочет черных женщин трахать, что-то такое. Ну там такие эксцентричные надписи. Именно если не картины маслом, окей, я могу понять, что это такая, ну, хуйня полная. Хотя иногда и красиво даже получается. Не, у тебя, вот честно, типа, расстановка цветов, типа, на всех картинах, она мне невероятно нравится. Ну вот, некоторым более нравится. Более того, я бы себе, ну, очень хотел одну картину, если ты не знаешь, что мне подарить на Новый год. Да я не собирался ничего дарить. Сука. Козёл. Да я их никому не дарю, чувак, ты что? А мне? Ладно.
Нет, не для сексуального. Ну, я скажу, ладно, а потом забью хуй. Да, так и будет. Короче, есть коллажи, типа, и лично я бы их выставил в пиджаке, на самом деле, потому что мне кажется, это нормально, типа, выглядит красиво довольно-таки вполне. Ну, красиво, и, типа, вообще такого не было никогда в пиджаке. Но меня отшили. Конкретно. Мудрость, лада при деньгах. А что? Мне еще. Да, розли-то уже все. А есть еще? Да. На баре компари есть, но он для роликов, сори. Ты злобишься для друга чуть-чуть. Да, конечно. Ладно. Потому что ты, знаешь, ты выпил хорошо, мой да? бар, типа, потому что я иначе дал бы тебе. Он все время выпил мой бар, типа. Весь. Ну, почти. Ну, вообще-то полностью. Не я один. Ну, какая разница? Я с Олегом вместе. Это не имеет значения. Это имеет огромное значение. Ну, Олег вы не просит компари сейчас. Я прошу. Ну да, ты был соучастником. А ты знаешь, что срок за ОПГ гораздо больше, чем за одиночное преступление? Вот так, да. Организованная преступность. Вот так ты заговорил. Да, два и более лиц. Я в ахуе с тебя. Ну так. Вот так называется дружба, блядь. Нет, дружба есть граница у дружбы, понимаешь? Все, не говори. Я вам каждый день говорил, не бухайте бар, он не нужен. Ночью. Пиздец, блядь. Владик спит, а мы с Олегом. Хоть так вот. Сука, в крысу именно. Опа, опа. Просто охуеть. Блядь, можно. Мы даже эту хуйню пили. Как она называется? Ангостура, блядь. Они да. выпили ангостуру. Вы понимаете, о чем я? Если кто-то знает, что такое ангостура, вы поймете, насколько это идиотизм. Они выпили, блядь, ангостуру. Это пить невозможно. Она вроде даже не алкогольная, кстати, если что. Да. Ангостура — это битер, такая маленькая бутылочка. Битер — это типа горький. Это горькая настойка просто. Но она вроде алкогольная, но немного. Проходил мимо алкашного отдела. Вот, спокойной ночи всем. Нет.